Привет из солнечного города Сочи. С вами, как всегда, Арина. И я начинаю новый влог. Сегодня у нас будет домашний влог. Я вам покажу, какие цветочки я купила в последний раз на базе без вас. И покажу вам помады, свои фавориты. И покажу, что купила в Wildberries. Тоже не показывала, ездила без вас. Быстренько, скорее, скоренько. И думаю, дома уже потом вам покажу. А вы пишите свое мнение. Девочки, я приобрела для дома два вот таких костюмчика. Один розовый, рукав 3/4, тоненький, хлопковый, с брючками. Вот показываю вам, как брючки сделаны. Очень такой симпатичненький. Что у нас тут написано? Костюм Фуксия, город Иваново. Это не реклама, все куплено за свои деньги. 52-й размер. Второй костюмчик терракотового цвета. Показываю. Тоже такой же рукавчик и брючки с надписями. И такой очень легкий манжетик. Резиночка на брючках и кармашки. Все как положено. Далее, девочки, еще футболочки. Значит, вот эта футболочка, туничка, она под лосинки подойдет, либо под спортивные брючки. Кожаная, смотрите, впереди симпатично очень сделана, стразиками обшита. Смотрим, что здесь у нас написано. ИП Васильева, футболка, все. Хлопок 95, эластан 5. Следующая футболка, обычная, вот такая вот, зелененькая. Зелененький он был. Показываю. Тоже она не коротенькая, написано размер XL. Так, смотрим, что у нас здесь на этикеточке. Футболка вареная, зеленая. Размер XL. Так, и ИП. Девочки, читайте. Хлопок. И еще вот такого цвета футболочку. Под военный стиль. Тоже вам покажу сейчас. Обычная футболка. Она чуть-чуть покороче. Здесь этикеточку я уже сняла. Девочки, без вас я заезжала на днях в нашу оптовочку, которую я показывала, да, и я купила себе 5 лилий. 5 лилий, вот показываю, девчонки. 5 лилий стоят на оптовочке 1800 рублей. Они все были закрыты, и сейчас они у меня потихоньку раскрываются. Буду время от времени вам их показывать. Значит, те кустовые я уже выбросила. Вот эти тоже уже стоят. Я их подрезала уже. Вот, стоят вот такие бутончики, уже полувяленькие. Но пока еще стоят. Так что вот так вот, девчонки. Лилии я купила. Не стала вам уже снимать. Думаю, что я уже показывала. Поэтому быстренько так вот я сама заехала и быстренько купила. Кстати, обратите внимание, вот это у меня картина висит. Это я ее сама рисовала, магического характера. Там пентаграммы. Это все для финансов. Меня девочки заказывали в свое время в офисы разных размеров, домой. Им тоже это все презентовала. Она работает 5 лет на исполнение желания. Ну, это так, для общей информации. Напишите, как вам лилии, девчонки. Они, смотрите, будут раскрываться. Тут вот розовенькие, такой мне нравится. Они пахучие я взяла. Были не пахучие 1450, пахучие 5 цветочков, да, 5 ножек. 5 ножек, 5 стебелечков, потому что там на одном стебелечке очень много будет лилий. И получится очень шикарный, красивый букет. Буквально купила вчера, и смотрите, как уже начинаются они раскрываться. Какая красота, девчонки, да? Боже, какая красота! Обожаю, обожаю лилии, розы, красивые букеты.
Ну, вот я себе решила, буду каждую неделю покупать. Значит, будет так. Радовать себя. Девочки, я решила вам показать свои помады, которые у меня скопились за последний период времени. Вот. И вот я показываю, как они у меня хранятся. Вот в такой косметичке, в холодильничке. И посмотрим, что я в последнее время купила и какие у меня есть фавориты. Значит, открываем две молнии. Смотрите, сколько много уже у меня. Еще, кстати, что-то даже в машине осталось. Но не столь важно, тоже пригодятся. Одна из последних моих помад – это блеск Lip Glow Oil, если я правильно читаю. Показываю. Мне она очень понравилась. Давайте ее посмотрим. Я приготовила салфеточку, буду показывать еще вам свотчи. Но вот этот вот блеск я не буду делать свотч, потому что он, в принципе, такой, знаете, обычный блеск. То есть, в принципе, здесь что показывать, да? Кисточка. Пахнет очень вкусненько, мятой. Очень хороший блеск. А вы пишите, что вам нравится, чем вы сейчас осенью пользуетесь. Так, отлично. Поехали дальше. Stellary. Номер 17. Показываю вот такой вот интересный цвет, кремовый, немножко с перламутром. Вот единственное, девочки, смотрите, в Stellary как неудобно, вот немножечко она вылетает. Хороший цвет, мне нравится. Вот эту не буду делать свотч, потому что это помада проявляющаяся, либо я ее наношу на другую помаду. Дальше. Так, дальше. Еще Stellary номер 19. Смотрим. Это уже, видите, поярче. Тоже, кстати, очень хороший цвет. Мне нравится. Дальше у нас идет. Это лимитированная коллекция Givenchy. Она тоже идет как блеск. Ее даже и не видно практически. Сейчас я, наверное, свет сделаю побольше, чтобы вам виднее было. Так, девочки, я увеличила свет. Показываю последнее. Совсем ее не видно. Вот. Стираем, смотрим дальше. Следующее. Следующее белорусское комплимент. Так, номер здесь есть, посмотрим. Номер 17. Показываю. Комплимент. Матовая такая помада. Смотрите, девочки. Очень симпатичный цвет. Пишите, какая вам понравилась. Дальше белорусская Люкс Визаж номер 1, полюбившаяся мною за последнее время. Смотрите, какой красивый цвет, да? Перламутровый. Так, что у нас тут еще? Тут еще какой-то карандашик. А, и вот, кстати, что у меня тут за карандаш лежит? Цвет не указан, но я думаю, карандаши мы не будем сейчас смотреть. Дальше белорусская матовая помада комплимент. Показываю ее. Номер 05. Делаем свотч. Смотрите, какая она яркая, девчонки. Отлично, да? Сразу снимаем. И поехали во второй кармашек. Как раз я посчитаю, сколько у меня помад есть.
И у меня еще, по-моему, пару помад есть в машине, но потом их посмотрим. Так, вот 01 опять белорусская люкс визаж повторяется. Далее 14 тон Ферин. Это вот какие-то новые помады. В последнее время я покупала на Валберис. Смотрите, какой оранжевый такой цвет. Кстати, Ферин мне понравился. Фирма. Смотрите. Значит, помада такая осенняя как раз. То, что надо. Оранжевый цвет. Дальше. Хэнд. Читайте, девочки, поближе покажу сейчас. Это что у нас? Это у нас гель. Это у нас просто, видите, такой вот перламутровый блеск. Очень, кстати, симпатичненький. Видите, тоже как переливается, да? Дальше поехали. Стеллари. Вот я люблю, кстати, Стеллари, девочки. 01 тон. Вот кто Стеллари любит, напишите. Вот так вот такой вот цвет помады. Дальше поехали. Что у нас тут? Это у нас второй тон. Канди написано. Девочки, вот корона. Не знаю, что это за... А, вот, Римель. Римель тоже, кстати, неплохая компания. Но у меня все, видите, с блеском идет. Это 02 тон. Так, стираем. Едем дальше. Значит, 3D гель, бальзам для губ. Я его не буду сейчас сводч наносить. В принципе, он такой вот прозрачный. Дальше еще Ферин. Ферин L96. Показываю. Ферин. Вот такой вот цвет. Тоже, видите, кстати, очень красиво выбито Ферин. Смотрите, какая красивая помада. Шикарная. Цвет шикарный. Такой какой-то красно-малиновый. Немножечко тон не передает телефон. Vivienne Сабо номер 11. По-моему, мы с вами его покупали. Вот тоже, кстати, видите, отваливается, девочки. Тоже, видите, вот такой вот перламутровый. Отлично. Так, салфеточка мне еще нужна. Секунду, девочки. Смотрим дальше. Дальше у нас 725 тон. Не пойму, как называется. И тут что-то у меня не выбито. Может, девочки знают. Давайте вот так покажу. Такой ведь тоже перламутровый. Перламутровый нежный, девчонки. Ладно, следующий поехали. Это Yves Rocher. Тон 73. 73 тон. Давайте его посмотрим. Это такой сиреневый. Тоже перламутровый. Девочки, видите, что происходит? Дальше поехали. Это очень давно покупала Vivienne Сабо, 707. Показываю вам. Так, это у нас что? Коричневый. Коричневый цвет. Дальше поехали. Что это у нас такое? А, это, по-моему, Oriflame какая-то давнишняя. Завалялась, девчонки. Тоже ее посмотрим. Ой, она прям... Смотрите, вот значок. Это ж, по-моему, Oriflame, да, девочки? Вот видите, выбит. Тоже такой коричневый цвет. Я вам покажу сейчас вот так вот ее. Я уже настроила цвет, но как-то вот так вот, девчонки. Так, дальше. Тоже Stellary. Это у нас красная помада, матовая. Вот она, вот такая, девчонки. И она по тону с вами покупали 04.
такая прям конкретная, да, девочки, конкретная, под какое-нибудь красивое черное платье. Дальше, так, второй тон, не пойму, что это у нас, девчонки, может, вы прочитаете, помада для губ La Mia Italia написано, Италия. Смотрим, какой тон здесь. Розовый. Тон розовый. Дальше Givenchy. Givenchy. 341. Тоже лимитированная коллекция у них была. Тон. Смотрим. Тоже такой оранжевый. Оранжевый, девчонки. Ну вот блондинкам больше подходит такой вот розовый, оранжевый. Но это в моем понимании. Так, еще одну тряпочку берем. Не хватает. Ну, немножко тут осталось. Так, Fashion Gloss. Блеск для губ. Не буду это делать swatch, потому что тут понятно, что ничто не увидим. Дальше вот еще есть помада. Long Lasting 25 номер. Написано Е, девочки. Это Ева, наверное, да? Ева. Смотрите, как красиво выбито, да? Вот. Очень такой красивый тоже цвет. Видите, девчонки? Так, у меня уже тут целая гора. Две штуки осталось. Литуалевская тут завалялась. Это с какого-то, видать, девочки, набора. Чисто красная. Чисто красная, нету номера. И еще одна помада. Так, здесь у нас тоже все подстерлось. 13-й тон. Тоже вот такая вот она симпатичненькая. Смотрите. Ближе вот подношу, чтобы видно было цвет. Но руку увеличивает, видите? Вот, девчонки, напишите, какая вам помада больше всего понравилась. Сейчас посмотрим, я посчитаю, сколько у меня помад, девочки. Так, один из, с блесками. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Переворачиваем. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. И еще пару помад у меня лежит в машине. 2 или 3 штуки. Так что где-то 30. Те покажу в машине уже. А вот. И вот что думаете, я вот всеми ими пользуюсь? Да нет, конечно, девчонки, конечно, нет. Просто, как говорится, нравится мне, что разные цвета и разные фирмы, бренды. Вот. И я обожаю, честно говоря, помады. Хотя у меня татуаж на губах, но как-то все равно мне нравится больше с помадами. Ну, как-то блеск какой-то, да, наносить. Напишите свое мнение. Девочки, я на Валберис купила очень интересную штукенцию. Значит, она продавалась вот в такой коробочке. Пришла она, значит, смотрите, запчасти были какие. Значит, это увеличитель, видите, это у меня на кухне. У меня вот такой вот кран, обычный. Но здесь можно сделать по-другому, чтобы вот так вот двигалось, да, чтобы посуду хорошо мыть. И что я сделала? Значит, там еще в комплекте были вот такие две прокладочки. И вот это вот какой-то соединитель, я не знаю, мне не пригодился. А вот, что у меня было, как я сделала, смотрите. Я сняла вот эту насадку, вот она была у меня прикручена. Крану, который продавался кран, значит, закрепила, туда прокладочку одну положила, резиновую вот эту, и закрутила к нашему смесителю. Таким образом у меня получилась очень интересная вещь. Смотрите, я вам покажу, как она работает.
все, я могу вот так вот прекрасненько мыть посуду. У меня вода по бокам никуда не брызгает. И могу здесь делать переключение. Сейчас я вам покажу. Здесь есть переключатель. Если вы не хотите дождик, вы переключаете вот так вот. То есть здесь у нас получается такой, как удлинитель, насадка. Она стоит недорого, там 200 с копейками где-то. Но она очень интересная получается, видите? По факту мы можем с вами... Потому что у меня, видите, девочки, у меня здесь вот без всяких разных вот выводов, да, где сушить посуду, просто раковина. Поэтому вода как бы постоянно куда-то летела в сторону и в сторону, да. И я решила таким образом себе сделать. Где-то я увидела какую-то рекламу, то что, видите, иногда реклама даже полезна получается. И в итоге вот такая вот у меня получилась интересная вещичка. Девочки, у кого такая есть? Вот она так выглядит, видите? Очень даже супер и прекрасненько. Мне очень понравилось. На кухню прям самое то. Единственное, хотелось бы, конечно, черную, но черной не было. Но была металлическая. Ничего страшного, металлическую насадку тоже неплохо она смотрится. А вот, и теперь мне нравится, как все это у меня работает. Напишите свое мнение. Желаю всем прекрасного настроения, отличного дня, вечера, ночи, смотря в какое время вы меня смотрите. А с вами, как всегда, была Арина Море, Сочи, друзья. Пока-пока!